Череда выходных завершилась одним из самых крупных православных праздников – Светлой Пасхой. Прибытие в набережные Челны благодатного огня из Иерусалима стало доброй традицией, но это уже накануне вечером, а главное действо – праздничные службы в храмах города – прошли в ночь на воскресенье. И стар, и млад в церковь. Священнослужители отмечают, что с каждым годом челнинцы все более активно посещают службы. Понятно, что в праздники здесь многолюдно, но в эту ночь, пасхальную, был полон не только храм, но и двор Свято-Вознесенского собора. Это просто благодать Божия идет. Радость просто, душа радуется. Это не словами сказать, это просто, знаете, сколь народ идет, идут, и дети идут. Мы радуемся всеми. Христос воскрес, значит, наш праздник. Настроение восторженное, ведь большинство православных готовилось к этому дню больше месяца. В дни Великого Поста воздерживались в еде, беседах, поступках и молились в ожидании главного праздника. Весь ход службы, он меняется, потому что Христос воскрес. И вот многократное повторение «Христос воскрес» и «Красное деяние» и «Радость людей» в этот день связано именно с тем событием, которое перевернуло весь мир. Господь нас спас, умер на кресте и воскрес. Ритуал не только значимый, но и, безусловно, красивый крестный ход. Чистым сердцем тебе. Сама служба завершилась засветло, и тогда то тут, то там начал разноситься. Христос воскрес, воистину воскрес. Катерина Карцева, Андрей Буслаков, РЕН-ТВ, Набережные Челны.